С начала года в Башкортостане средний размер микрозайма предпринимателям вырос по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза. Статистику собственной деятельности приводит микрокредитная компания малого бизнеса республики. По словам руководителя организации, совокупный кредитный портфель компании составляет порядка 300 миллионов рублей. Учитывая растущий спрос, планируется увеличить объем портфеля, в том числе за счет докапитализации из федерального бюджета в размере до 50 миллионов рублей. Средняя сумма займа в нашей компании по сравнению с прошлым годом выросла с 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей. Существует объективный спрос малого бизнеса на инвестиционные займы в сумме до 3 миллионов рублей на срок до 3 лет. Учитывая законодательные инициативы по увеличению предельной суммы микрозайма, мы ожидаем повышения суммы займа, выдаваемых малому бизнесу, уже в текущем году до 5 миллионов рублей. Фиксированная ставка снизилась с начала года на 1,5% и составляет сегодня 11% годовых, добавил руководитель компании. Отмечу также, что на днях агентство «Эксперт» подтвердило рейтинг микрокредитной компании малого бизнеса Башкортостана на уровне А+, со стабильным прогнозом. По мнению экспертов, организацию отличает высокая степень надежности инвестиционных вложений, залоговая обеспеченность портфеля и качество управления рисками.